не может. Видите ли, это хулиганство можно было бы рассматривать просто частный эпизод в жизни частных людей. Если бы не последующий комментарий отца Всеволода Чаплина и, по сути, руководимого им президиума Всемирного Русского Народного Собора, где были слова такого очень мягкого дистанцирования, дескать, мы не можем с этим солидаризироваться, но не было слова осуждения. И кроме того, там скорее было сказано, что это же перформанс в ответ на перформанс «Пусик в храме». И вот это очень страшная форма. Потому что это означает, что закон Талиона возвращается в жизнь церкви. Ветхозаветное правило «Око за око, зуб за зуб». А Евангелие здесь лишнее. Но мало ли что позволяли себе делать по отношению к нам наши оппоненты. Это не оправдывает наше свинство. Если большевики расстреливают священников с пулеметов, мы что, сегодня должны гаубицами вооружиться и с атеистами бороться с помощью оружия? Поэтому вот этот вот очень неуклюжий и односторонние комментарии отца Всеволода, вот это то, что реально создает проблему.